Приветствую вас! Сегодня мы находимся на объекте НК-67. Это жилой комплекс Каховская, 60. Это вторая квартира такой же формы в нашем портфолио и третья в ЖК Каховский в целом. Хотя квартира всего лишь на 70 квадратных метров, щитовая у нас достаточно большая. Фактически неугадываемое пространство под душевую кабину. Здесь оно тоже есть. Выступ душевой кабины с этой стороны, со стороны санузла, дал нам полость, которую мы займем фильтрами кабинет и стиралкой. Как вы видите, у нас здесь плитка до половины, от остальной половины будет покраска в этом санузле. По центру пока ничего нету, но здесь будет ДСП и к нему будет приставляться стол. Телевизор по этой стене будет значительно больше, но его задняя часть, где находятся все схемы, я предполагаю, и кронштейн будут утоплены. Эту колонну мы никуда не могли убрать, но здесь будет диван, того мы сделали еще накладную деталь. Железной дорогой по ту сторону окна мы ничего не смогли сделать, а вот окно мы поменяли. И все, в общем, поменяли, звукоизолировали для того, чтобы слышимость была минимальной. Фактически подряд у нас находится кладовая, гардеробная и гардеробная спальня. Дело в том, что да, это займет место, и комната, которая осталась, совсем мала. Но это всего лишь кабинет, здесь достаточно стола в этой нише, и собственно все вопросы решены. А вот две гардеробные полностью решают вопрос хранения предметов обихода. Опять же таки, если мы выдвинули оттуда, то мы получили здесь. И для того, чтобы скрыть этот выступ, мы поставим здесь шкаф. Многие дизайнеры легко и изящно размещают трап душевой системы в уровень с полом. Так вот, на этом объекте это стоило тому, что мы на 4 сантиметра подняли стяжку по всей квартире. Смотрите наше портфолио по ссылке в описании. Для того, чтобы раздвижка здесь беспрепятственно бегала, у нас плинтус скрытого монтажа. Прямо у меня над головой закладная самого длинного трека, который мы ставили на своих объектах. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и живите красиво!